27 сентября в доме миллиардера Алишера Усманова в Ташкенте прошла роскошная свадьба с участием мегазвезд России. А Алишер Усманов станцевал с супругой президента Узбекистана Зияратхон Хашимовой. Жених Сарвар, племянник Усманова. Невеста Азиза, дочь бывшего заместителя премьер-министра и члена парламента Дилорам Ташмухамедовой. Алишер Усманов произнес речь на свадьбе. Да, нам никто не говорил, ассаламу алейкум, керим алейкум. Как вам сегодня всем президент говорит. Гашля, гашля, манасилеги юри. Не мы герой господи, уже мы вам набираем. Если с нашим президентом или президентом Узбекистана нам это говорил, такие как я, Пашар, Искандер, мы бы мир перевернули. Что мы и сделали ради России, ради Казахстана. На свадьбе был замечен еще один узбекский олигарх Фаттах Шадиев. Друга Алишера Бурхановича, с которым мы начинали ровно 45 лет назад. Прибытие президента Мирзияева в Нью-Йорк 18 сентября этого года на самолете Усманова стало причиной большой шумихи. При президенте Каримове близкая связь узбекских олигархов с властями не наблюдалась. Однако, ровно 5 лет назад Алишер Усманов провел в Ташкенте свадьбу еще одного племянника. Тогда среди гостей свадьбы были замечены супруга Шавката Мирзияева Зияратхон, а также его зятья Айбек и Атабек. На той свадьбе, видеозапись которой широко разошлась в интернете, Алишер Усманов танцевал с Гульнарой Каримовой. В то время Каримова считалась одной из самых могущественных женщин в Узбекистане.